Всем привет! Мы команда КВН Полиграф Полиграфович из города Омска. Друзья, в данный момент полным ходом идет выбор самых удивительных мест России. Буквально на днях начался второй тур мультимедийного проект-конкурса «Россия-10», в котором участие принимают тысячи, да что там, миллионы жителей нашей страны. Знаете, мы тоже не остаемся в стороне от этого важнейшего события и ежедневно голосуем за сказочные владения нашего друга, товарища и соратника Дедушки Мороза и за его вотчину в Великом Устюге. Мы много путешествуем по миру. Вот сейчас мы находимся в Лондоне, но так замечательно и прекрасно, как в его вотчине, нам не было нигде. Знаете, мы до сих пор с теплотой вспоминаем это путешествие. Это действительно какая-то незабываемая сказка. Вот мечтаем еще раз обязательно туда съездить. Мы считаем, что именно объект вотчина Деда Мороза займет достойное место в финале конкурса, а затем его экспозиция появится в ландшафтном парке. Именно от нас с вами зависит, будет так или нет. Поэтому, если вы знакомы лично с Дедушкой Морозом и каждый Новый год ждете его появления и сюрпризов от него, голосуйте на сайте «Россия-10» ежедневно за объект вотчина Деда Мороза. А еще проще голосовать с помощью СМС. Набирайте 29 пробел 29 пробел 29 и отправляйте на номер 1880. Мы за вотчину Деда Мороза. В общем, Дед Мороз, он такой крутой, что не может он не победить в этом конкурсе. Полиграф Полиграфович, Омск, мы за вотчину Деда Мороза.